что-то против Майя Санду. И сделать так, чтобы Майя Санду ни в коем случае не осталась президентом на еще один срок. Сделать так, чтобы нынешний режим не мог надругаться над Конституцией. Чтобы нынешний режим не имел возможности через референдум менять Конституцию и устанавливать в стране единую идеологию. Единую идеологию сегодня они хотят нам насадить, изменив Конституцию. У них 63 мандата в парламенте. Конституционное большинство – это 67 голосов. Они за 4 года не смогли сломать оппозиционных депутатов, чтобы получить эти 4 голоса. И пришли к идее изменить через референдум Конституцию. Если на этом референдуме люди, голосуя за так называемую европейскую интеграцию, дают возможность нынешнему режиму менять Конституцию страны. И менять в Конституции практически любую статью. Что они будут делать с этой Конституцией и как они будут над ней надругаться, остается только вообразить. Я хотел бы напомнить всем присутствующим, может быть, мало кто, хотя кто-то помнит, наверное, очень хорошо, правление с 2001 по 2009 год Владимира Воронина. Этот президент, который в 2001 году имел 71 мандат, абсолютную поддержку нашего населения. У него было конституционное большинство, контроль над всеми структурами, но он не позволял закрывать телеканалы. Он не позволял трогать ни одну букву в Конституции Республики Молдова. Для него Конституция и для всего тогда, всей власти, Конституция была фундаментом строительства нашей страны. Фундаментом, над которым они не позволили надругаться. Нынешняя власть, не имея ни поддержки населения, не имея нормального рейтинга, а имея лишь критику всех в нашей стране, пытаются уничтожить самое святое – Конституцию, свободу слова, демократию. Порой нам кажется, что уже нечего терять, но сзади или снизу подкрадывается Майя Санду и доказывает нам обратное, что есть куда хуже. Поэтому давайте мы через неделю, в следующее воскресенье, сделаем все возможное, чтобы Майя Санду не стала президентом нашей страны на еще 4 года. ЖОС Майя Санду!